Привет тебе, мой дорогой друг. Сегодня мы сделаем из вот такой вот пустой жестяной банки от газировки полезный в быту, возможно, в походе. Опять же, напомню, возможно, если с вами что-то случилось, не дай бог, полезный осветительный прибор. И сейчас приступим. Нам вообще ничего особо не нужно, нам нужна вот как бы сама банка и небольшая свечка. Какая угодно, у меня вот такая вот из ващины. Все, что нужно сделать, в первую очередь, это сделать прорезь. Попробовать, конечно, сделать это идеально ровно, постараться. Но так как я рукожоп, у меня может получиться нифига не ровно. Затем вот в таком порядке тоже сделать надрезы. Итак, вот так получилось разрезать. Теперь нам нужно вот эти вот крылья разогнуть аккуратно. Внутри мы сейчас все протрем, все будет блестеть. Аккуратно разогнуть и главное не порезаться. Это самое главное. Так, есть. И есть. А вот таким вот образом. Сейчас это все протрем с помощью спиртика. Итак, вот так получилось. Очистили. Далее. Берем свечку. Можно использовать, естественно, любую. У меня вот такой вот маленький огрызочек. И ее нужно вот сюда вот установить при плаве, вот, да, чтобы она не убежала. Так. Слегка подплавим жопку ей. Вот таким вот образом готово. Ну а далее, я думаю, все понимают, что это такая вот лампадка со светоотражателями. Очень хорошо, допустим, в лесу где-нибудь, в палаточке, если у вас сели батарейки. Повторю, это, блин, опять же, всегда если. Тут как бы вариантов масса. Сейчас зажжем и посмотрим, как она работает в полутьме. Опять же, тут свечка не очень сильная. Опять же, кстати, это можно использовать как неплохой обогреватель, потому что он как отражает и тепло, и свет. Так, эта штука так, вверх под огнем. Вот так. Ну, давай попробуем выключить свет. Выключим свет. Ну, я думаю, что достойно. А теперь повернем. Единственное, конечно, что заверх брать нельзя. Ибо. Ну, вот так. В целом, при желании можно осветить стол. Я сейчас добавлю еще немножко ISO. Вот так, как это вижу я. Светит, естественно, сильнее за счет отражения. Ну и затушив, всегда можно взять и завернуть это все обратно, закрыть, так сказать. Вот таким вот образом.